Напередодні правоохоўнікамі Пружанскага районнага аддзела ўнутраных справ сумесна з супрацоўнікамі атрада міліцыі спецыяльнага прызначэння Брэсцкага ўправлення ўнутраных справ у лясным масіве было выяўлена больш за 2 тоны самагоннай брагі. Спорично были задержаны 6 жителей Гродненской области, которые были для дальнейшего разбирательства переданы в Свислочский РОВД Гродненской области. С начала текущего года правоохранителями уничтожено 135 самогонных аппаратов, в том числе изготовленных кустарным способом, а также уничтожено более 700 литров самогона и более 2 тонн самогонной браги.